Как избежать давления со стороны надзорных ведомств, спокойно вести бизнес, не опасаясь бесконечных необоснованных проверок? Обсудить эти вопросы в городской администрации собрались предприниматели Химок, сотрудники контролирующих органов МЧС, налоговой инспекции, полиции, Роспотребнадзора, а также Химкинская прокуратура, которая контролирует работу надзорных ведомств. По словам прокурора города Дениса Андреева, перед ведомством стоит задача максимально снизить нагрузку на бизнес. Поэтому зачастую прокуратура не дает разрешения на безосновательные проверки в отношении предпринимателей. Органы прокуратуры, да, и так же, как и коллеги, все ориентированы на поддержку и ни в коем случае не навредить, что называется, своими проверками, своими контрольно-надзорными мероприятиями бизнесу. У нас каждое второе согласование про проведение внеплановой проверки мы отказываем. Соглашаемся лишь в тех случаях, когда реально и фактически представляется угроза жизни, здоровья граждан. На вопросы коммерсантов, как вести бизнес в правовом поле и не вызывать претензий со стороны надзорных органов, рассказали инспекторы. Например, предприниматели Карена Амбарцумяна, который занимается производством и продажей пиломатериалов, интересовал вопрос, как избежать сотрудничества с нечестными партнерами и фирмами-однодневками. Как нам, предпринимателям, реально проверять своих контрагентов? У нас есть на сайте narod.ru проверка своего контрагента. Химкинский прокурор предложил проводить такие встречи регулярно. Предприниматели идею поддержали. Сейчас у нас уникальная возможность случилась, когда мы можем руководителю налогового органа задать вопрос, который интересовал лично меня очень долгое время. А здесь в рамках 20-30 минут я получил ответ на то, что не мог получить уже 2 года. У нас менталитет такой сохранился. Мы думали, что прокуратура – это тот орган, который выслеживает. А здесь наоборот оказалось, то, что прокурор наш сказал, что, ребята, если какие-то вопросы будут, мы открыты, приходите, мы будем решать в правовом поле. Подобные встречи химкинские предприниматели и представители надзорных органов планируют проводить не реже 1 раза в квартал.